Уважаемые стрельцы, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга, и сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро-прогноз на август месяц. Что ждет вас в этом периоде? Информация подойдет и женщинам, и мужчинам, поэтому приглашаю вас всех к своему столу, размещайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодняшний Таро-прогноз будет на 12 домов гороскопа, на 12 сфер вашей жизни, поэтому события этого месяца мы сможем рассмотреть довольно-таки детально и основательно. Не спешите делать выводы на начало просмотра, дождитесь хотя бы некоторое время, чтобы понимать, что с вами резонирует, а что нет, пересматривайте этот расклад в конце месяца, и тогда вы точно для себя будете знать, И тогда вы точно для себя будете понимать, насколько этот расклад был верен. Вы можете смотреть этот Таро-прогноз как по солнечному знаку, так и по асценденту. И то, и другое правильно, но таким образом у вас будет больше информации для анализа. Для начала я просмотрю, что с вами происходит сейчас, в данный момент. Ваши основные цели, мысли, задачи. Ваше сознание, ваше подсознание. Что на вашей душе и что в вашем сердечке. И по порядку будем выкладывать все 12 домов. И также я для вас возьму 13-ю карту основного совета. Хотя сам по себе расклад – это уже одна большая подсказка. Колода готова, и мы можем с вами начинать. Что происходит с вами на момент просмотра? Что в вашем сознании, что в вашем подсознании, в возможных тайнах? И теперь ваш первый дом. Уважаемые стрельцы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Что же происходит с вами на момент просмотра? Для вас выпала карта двойки жезлов. Сама по себе эта карта может предполагать любой жизненно важный выбор, перед которым вы стоите. Это ваши внутренние противоречия, которые есть в вашей душе из-за чего-то. Но эта карта говорит о том, что как бы вы ни поступили, вы действуете абсолютно правильно. И, в общем-то, какой-то риск для вас должен быть оправдан. Также эта карта говорит о том, что жизнь предлагает вам альтернативные возможности, и важно, что они есть. Теперь посмотрим, что в вашем сознании, что в вашей душе, и для вас выпала карта старшего аркана умеренности. Эта карта говорит о том, что в данном периоде, на момент просмотра, в вашей жизни есть определенные ограничения. Конечно, вам нужно выйти за рамки этих ограничений. Вы понимаете, что это не будет бесконечным, но сейчас вам приходится под что-то или под кого-то приспосабливаться, проявлять лояльность, уметь договариваться. Карта умеренности – это карта вашего ангела-хранителя, который помогает вам на вашем жизненном пути и помогает вам сделать вот этот правильный выбор, не совершить ошибку. В комбинации две эти карты говорят о том, что вы не должны спешить с принятием какого-то решения. Возможно, что стоит немного подождать, а дальше, скорее всего, у вас появляется благоприятный новый выбор или новая возможность. Поэтому и не стоит торопиться. Для многих эта карта также может говорить о образовании, о том, что выбор имеется с образовательными процессами, но здесь вы будете развиваться. В ваше подсознание выпала карта двойки монет. Это карта повседневной рутины и суеты. Это то, о чем вы думаете постоянно. О том, что вам нужно зарабатывать, о том, что вам нужно балансировать деньгами, о том, что их на что-то может не хватать и о том, что вам сложно. Именно поэтому вы перед выбором. Вы думаете о том, как что-то улучшить в работе, с доходами. И, возможно, кто-то из вас рассматривает дополнительные предложения по работе. Но в любом случае, вот, вы точно не отказались бы от подработки, если это принесло бы вам неплохие деньги. Это то, что с вами происходит на момент просмотра. Сразу же переходим в ваш первый дом. Первый дом показывает основные движущие энергии всего этого периода. И, в общем-то, в этот дом для вас выпал паж кубков. Карта очень светлая. Она говорит о том, что в начало этого месяца вы все-таки входите с хорошим настроением, с надеждами, с мечтами. У многих из вас может быть рядом преданный друг или подруга, человек, который во всем готов вам помочь, и вам по этой карте есть с кем поговорить. Вы сами для кого-то можете быть открытым, душевным человеком, с которым приятно общение.
Эта карта показывает ваши творческие процессы и желание себя реализовать в чем-то творчески. Исключительно некоторых эта карта может показывать как людей влюбленных. И для вас важно, что будет происходить в вашей личной жизни, и для вас важна какая-то дружба. То, что касается знакомств и личного, эта карта говорит о том, что здесь чему-то в этом периоде все-таки вы порадуетесь. Также эта карта говорит о непринужденности и легкости. Скорее всего, вам не особо хочется работать, конечно же, хотелось бы отдохнуть, но у многих такая возможность будет. Это какой-то небольшой, короткий отдых, но он может состояться. Перейдем во второй дом, который отвечает за недвижимость и за ваше материальное поле, за те деньги, которые вы способны заработать. В этот дом выпала карта старшего аркана высшего суда. Эта карта сразу же привлекает к себе внимание, потому что она говорит о том, что и вопросы работы, и вопросы недвижимости для кого-то выходят, становятся в первые ряды. То есть это то, что для вас важно. Многие по этой карте что-то хотят поменять в основной работе. Однозначно есть какие-то сложности у вас. Вам хочется перемен. Возможно, в отношении работы вам нужно с кем-то договариваться, выходить на каких-то официальных лиц. Эта карта может показывать любого рода бумаги и документы, либо спорные вопросы в самой работе. Если говорить о недвижимости, даже у тех, у кого есть недвижимость, вопрос стоит ребром. Скорее всего, либо вы что-то хотите купить, продать, разменять, либо что-то оформить или переоформить. Проблемы с родственниками. Вам нужно приватное пространство. Для кого-то эта карта может показывать вопросы, решающиеся по наследству, но здесь тоже есть споры. Или любые сложности, которые нужно решать именно в этом периоде, именно в августе месяце, и высшие силы вам будут помогать. Даже если что-то проходит через суды, карты говорят о том, что у вас есть все шансы на победу, но нужно действовать, и вам нужна чья-то поддержка. У тех, у кого нет пока ничего своего, эта карта говорит о том, что есть какие-то сложности, связанные с родом, с домом, пока у вас не получается, но вы все равно, я вижу, что в ближайшее время будете стараться что-то менять в своей жизни. У вас как будто бы нехватка информации, вам нужно с кем-то по этому поводу пообщаться, что-то лучше для себя понять, чего же именно вы хотите или какое жилье вы хотели бы на будущее, или то, как это сделать. Но здесь будет у вас с кем-то совет. Что происходит в вашем третьем доме? Третий дом отвечает за начало этого периода, буквально первая неделя, полторы, что будет происходить в вашей жизни. Также взаимоотношения с ближайшей роднёй и друзьями. Мы здесь видим карту Пажа мечей. Это говорит о том, что у вас и с родственниками, и с друзьями могут быть напряженные отношения. Кому-то вы не доверяете. Вас кто-то сознательно может провоцировать на конфликты, на выяснение отношений. Вам кто-то может язвить, действовать в отношении вас из-под тишка. У тех, у кого есть дети, эта карта также может показывать ваших детей или внуков. Здесь большие переживания из-за детей. Неважно, дети маленькие или взрослые. Это стычки интересов, то, что есть рассогласованность во мнениях, и вы можете не находить общего языка. Но далее по раскладу я вижу, что ваши отношения с детьми будут налаживаться. Эта карта может показывать любую переписку, сообщения, документы, бумаги, из-за которых вы бегаете, суетитесь. Где-то даже ваши друзья в этом периоде вас могут чем-то напрягать. И давайте посмотрим, что происходит в вашем четвертом доме, под крышей которого вы живете. И в этот дом выпала карта старшего аркана Шута. Карта хорошая. Она говорит о том, что вас в доме ждут обновления. Кто-то, возможно, из вас вообще хотел бы сменить место жительства, потому что карта Шута показывает путешествия и новые горизонты. Возможно, в этом периоде вы хотите в доме просто что-то обновить, купить, сделать ремонт. И что интересно, такая возможность у вас будет. Хотя вы бесконечно переживаете из-за денег, хватит ли на все, получится у меня то или это. Я вижу, что будут расходы большими. Также карта Шута может показывать образовательные процессы в вашем доме. Либо вы чему-то бесконечно учитесь, чем-то интересуетесь. Эта карта может показывать и ваших детей, учащихся, или внуков, которые чему-то учатся. Также карта Шута может показывать соцсети и ваше общение с кем-то через соцсети. То есть многие вопросы по Шуту вы способны решить,
И здесь вам ваше общение будет помогать. И давайте посмотрим, что происходит в вашем пятом доме. Пятый дом отвечает за хобби, за увлечения, за то, куда тянется ваша душа, за романтические отношения и за ваших деток. В этот дом выпала карта рыцаря монет. Так как эта карта финансовая, денежная, она говорит о том, что в дом хобби многих из вас падает работа автоматически. Для вас важны заработки. Для вас важно увеличить доходы. Возможно, для вас важны какие-то рабочие командировки, потому что это карта движения в работе. У тех, у кого есть определенные хобби или увлечения, эта карта говорит о том, что вам уже ваши занятия могут приносить хорошие доходы, а для тех, кто только собирается чему-то учиться, получать новые знания, не переживайте, у вас на это денег хватит. И это правильные вложения. Я вижу, что вы в будущем тоже сможете зарабатывать благодаря тому, во что вкладываетесь. Если говорить о знакомствах, о встречах, также карта активная, но все-таки работа выходит на первый план. Для тех, кто на сегодняшний день в отношениях, отношения развиваются, но вы еще до конца ни в чем не уверены. Это могут быть больше свободные отношения. Хотя вам хотелось бы уже чего-то посерьезней, но вы не торопитесь. И карты говорят о том, что действительно не стоит спешить. Присмотритесь к тому человеку, который рядом, если уже такой рядом есть или такая. Если вы еще одиноки, то эта карта предполагает то, что знакомство или отношения возможны в рабочей деловой среде. И некоторых из вас эта карта показывает как людей, которые любят дорогие, хорошие, качественные автомобили, и вы в это готовы вкладывать деньги. У тех, у кого есть взрослые дети, они вас могут чем-то порадовать, прежде всего финансовой поддержкой. У тех, у кого детки подрастают, я вижу, что у вас будет достаточно денег для того, чтобы помогать им с развитием и их реализацией. И давайте посмотрим, что происходит в вашем шестом доме. Шестой дом отвечает за повседневные заботы, за ваше здоровье. И мы здесь видим пажа жезлов. Паж жезлов – это суета. Это то, с чем вы сталкиваетесь ежедневно. Разговоры, переписка, любого рода общения. По этой карте общения будет очень много. Главное, чтобы вы были активны. При любой проблеме проявляйте собственную активность и определенную хитрость и тактику. Карта высшего суда говорит о том, что у каждого есть какая-то своя проблема. Если вы проявите вот эти качества, о которых я вам говорю, по пажу жезлов, то вот эту сложную проблему, которая сейчас есть, вы сможете разрешить. В общем-то, многих из вас карта пажа показывает как людей, которые пребывают в хорошем настроении, вы энергичны, и вы не падаете духом. И если говорить о вопросах здоровья, эта карта может показывать любые воспалительные процессы, но вообще она говорит о том, что состояние у вас довольно-таки неплохое, даже у тех, у кого есть какие-то отклонения хронические. Но, возможно, вам нужно пройти еще какие-то дополнительные обследования. Для тех, кто ищет работу, вы без работы, карты предполагают то, что работу найти сложно, но возможно. Но вам нужно к кому-то обратиться за помощью или за советом. Даже если смотрят меня те, кто не работает или вы на пенсии, я также вижу, что вы все равно не будете без финансов. Потому что к вашему дому вот развернулась карта рыцаря Пентаклей, а она говорит о том, что деньги в дом поступают. Из-за них очень много нервов, возможно, из-за каких-то обновлений. Но финансово на плаву вы удерживаетесь. Ваш седьмой дом – партнерство. Партнерство и во внешнем мире, и для тех, кто в паре, выпала карта пятерки пентаклей. Если говорить о личной жизни, многие из вас еще надеются на то, что можно эти отношения реанимировать. Но если говорить о вашей второй половинке, он или она потерял такую надежду, ваш партнер разочарован в вас, в личной жизни. Я вижу, что вы оба страдаете в этих отношениях, каждый по-своему. Вы открыты в отношении второй половинки, вы стараетесь идти на контакт, на какой-то компромисс. Пытаетесь внести что-то новое в отношения, но ваш партнер такое чувство, что не видит для себя в этом смысла. Конечно, основной проблемой может быть нехватка денег.
у вашего партнера или партнерши могут быть какие-то проблемы с работой сейчас, и это также не может не накладывать отпечаток на вашу личную жизнь. Будут ли развиваться эти отношения, зависит исключительно от вас, а не от вашего партнера. Выбираете вы, а не выбирает ваш партнер. Но я вижу, что есть и те, которые подумывают о том, чтобы начать жизнь заново, начать сначала. Если здесь все-таки ничего не получится. Если говорить о внешнем мире, то эта карта предполагает то, что вы могли разочароваться в каких-то деловых партнерах. Вообще, как будто бы вы потеряли доверие к людям. У кого-то могут быть еще какие-то определенные долги или кредиты. Может быть, кто-то должен вам, может быть, вы должны кому-то. И это тоже один из факторов, из-за чего вы нервничаете. Давайте посмотрим, что выпало в ваш восьмой дом. Восьмой дом расскажет о любого рода риске в зависимости от того, что в этот дом выпало. Здесь мы видим четверку монет. Эта карта предполагает то, что сложности с деньгами. У кого-то действительно есть долги или кредиты. Многим из вас, даже если у вас нет никаких долгов или кредитов, и хорошо, но вам по этой карте крайне тяжело накапливать. То есть вы хотите, но может не получаться. Либо даже если у вас какие-то деньги накоплены, вам придется достать вот эту заначку, потому что она вам на что-то понадобится, на какие-то обновления. Не стоит в этом периоде у кого-то деньги одалживать, оформлять кредиты, давать кому-то в долг, потому что потом могут быть проблемы. И теперь перейдем в ваш девятый дом. Девятый дом расскажет о образовании, о дальних дорогах, для кого это актуально, и о бизнесе на расстоянии у тех, у кого такой есть. У тех, у кого есть бизнес на расстоянии, посредством интернета. Шестерка Пентаклей предполагает хорошие доходы и возможности, взаимовыгодное и удачное партнерство. Здесь все неплохо. Для тех, кто учится, эта карта говорит о том, что вы будете продолжать учиться, денег у вас на все хватит, вы сами способны еще кому-то будете помочь, если кто-то в этой помощи будет нуждаться. Если вы собираетесь поступать куда-то на ближайший период, также эта карта говорит о том, что желаемо вы получите. Но это больше контрактная основа, это явно не бюджет. Если говорить о дальних дорогах, поездках, вы также их успешно можете в этом периоде совершить. Для кого-то это будут какие-то абсолютно новые дороги, новые возможности. У многих из вас будут дороги, связанные с работой, очень выгодные. Вы сможете поправить свое финансовое положение. Здесь, в общем-то, все стабильно. Теперь перейдем в ваш десятый дом. Дом достижений на этот период. И что мы видим? Мы видим десятку мечей. А эта карта может говорить о крайней подавленности и усталости. Я вижу, что в течение всего этого периода вы действительно будете активны. Вы пытаетесь сделать очень много, и у вас будет получаться. Но эта карта говорит о том, что где-то вы забываете о своем здоровье, о своем отдыхе. Вам бесконечно приходится чем-то жертвовать. Если именно в этом периоде у вас что-то проходит через госдома, через госструктуры, какой-то вопрос по-прежнему решить тяжело. Пока может что-то не получаться. Ваш вопрос требует или каких-то пересмотрений, или обновлений, но все это для вас очень сложно. Так как это все-таки карта результатов на этот период, я все-таки для вас возьму одну дополнительную карту, постараемся посмотреть. Но то, что я вижу по кресту вашей судьбы, конечно, в начале месяца вы мечтаете, вот ваше обновление по шуту, на что-то может не хватать денег, и попросту, может быть, у кого-то из-за этого огорчения, но все-таки я беру дополнительную карту. Для вас выпала карта пятерка мечей. Вот эти разочарования и вот эта боль, может быть, из-за каких-то интриг, из-за конкурентов, из-за какой-то злобы за вашей спиной. Возможно, вы на кого-то очень сильно будете злиться. Почему? Потому что эта карта показывает боевую готовность, готовность кому-то нанести удар, и вы такое чувство, что готовы действовать очень жестко. Возможно, вы втянуты в этот конфликт. И еще одна карта девятки монет. В отношении денег и работы не переживайте. Эта карта предвещает подъем после преодоления
тех сложностей, которые сейчас, но в отношении дел, работы у вас, правда, могут быть враги. Вам кто-то может пытаться ставить какие-то подножки, кто-то может претендовать на ваше место, либо пользоваться вашими наработками, себе что-то присваивать. Если это те вопросы, которые проходят через казенные дома, любые суды, разбирательства, здесь нужно время, возможно, дополнительные расходы, но результат тоже должен быть для вас нормальным. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 11-м доме. 11-й дом отвечает за неожиданности этого периода, за ближайшую дружбу и за работу во второй половине месяца. В этот дом для вас выпала карта короля кубков. Неожиданностью для женщин может стать ухаживание мужского лица, либо влюбленность, активный интерес. Это с вами может случиться и в рабочей, деловой сфере, и где угодно. Если говорить о мужчинах, возможно, вы сами неожиданно для себя в кого-то влюбляетесь. У вас появляется муза. А если говорить о женщинах, то вы сами кому-то можете почувствовать притяжение. Но эта карта говорит о том, что в вашем ближайшем окружении есть друг в мужском лице, который во многом вас будет поддерживать. Если говорить о мужчинах, вы сами для кого-то можете быть другом. С вами часто кто-то советуется. В отношении дела и работы тоже благоприятная карта, в особенности для мужчин. Любые финансовые моменты вы сможете выровнять. Это творческий подход к самой работе. Активные переговоры с мужским лицом. А для женщин мужская помощь. И давайте посмотрим в дом ваших самых больших страхов. Об этом расскажет 12-й дом. И сюда выпала карта старшего аркана справедливости или карта юстиции. И мы видели, что в вашем раскладе была карта высшего суда. Обе карты могут говорить о том, что у кого-то действительно есть суды. И эти карты могут проиграться в прямом смысле слова. Вот ваши все страхи связаны как раз с этим. О том, что что-то не получится или у вас не хватит денег на адвокатов, на юристов. Но ваш вопрос вполне разрешим, не сейчас, не в ближайшее время. Скорее всего, будут какие-то пересмотрения. Может быть, какие-то заседания переносятся на более отдаленный срок и приходится ждать, но из-за этого вы переживаете. Для кого-то эта карта может просто говорить о том, что проблемы могут быть с любыми документами или официальными лицами, и для вас вот это важно, решить этот вопрос. Здесь у вас идет нехватка информации и подозрительность. И возьмем для вас карту основного совета. Для вас выпала карта восьмерки мечей. На сегодняшний день эта карта говорит о том, что есть определенные ограничения, за рамки которых вы действительно не можете выйти. И не случайно, вот во главе вашего расклада выпали две сложные карты, это 5 и 10 мечей. Была карта суда, юстиции и также пажа мечей. Эта карта говорит о том, что если сейчас что-то не получается, не пытайтесь что-то ускорить, прыгнуть выше своей головы. Здесь вам нужно немного подождать, и я возьму все-таки сюда на совет еще одну дополнительную карту. Это карта четверки мечей, и это то, о чем я вам говорила. Вам действительно нужно взять какой-то перерыв, вам нужно подумать о своем здоровье, о своем отдыхе. Если это какой-то спорный, конфликтный вопрос, он пока не в вашей власти. Либо те люди вас сильнее, та сторона, с которой вы воюете, кому-то что-то доказывать сейчас бесполезно, либо просто время неблагоприятно. Поэтому успокойте свои эмоции и пока немножечко ситуацию отпустите. Уважаемые стрельцы, таким для вас был расклад на август месяц. Пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация для вас была важной или полезной. Подписывайтесь все те, кто еще не успел подписаться. Я вам всем желаю прекрасного настроения на весь этот период. И я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем до свидания.